страдал из-за своей полноты, очень тронуло молодого человека. Он не понимал, почему мир так несправедлив. Она такая. Предложение он сделал, не задумываясь. Она согласилась, но поставила условия. Никаких ресторанов на машин с пупсами и свадебных платьев. Хотя есть одно платье, самое любимое. Оно осталось в квартире бывшего мужа, Виктора Кравцова. Забыто где-то на антресоле. Если бы его забрать... И он вызвался сходить в квартиру Кравцова и забыть это платье. Фактически похитив его. Потому как намеревался это сделать без чего-либо согласия. У Киры остался ключ от квартиры бывшего мужа. Олег отправился за платьем. Осмотрев квартиру, он заметил записную книжку, которую нашел рабочий телефон Виктора. В голове родилась озорная мысль. Разыграть. А ваша жена сейчас дома? С любовником. Так и состоялся этот странный телефонный разговор для жены и любовника. Одного не знал кого-то. В тот день новая супруга Виктора Кравцова, Раиса, отпросилась с работы. Женщина появилась, когда Олег копался в вещах. Она попятилась в комнату, Кожокин двинулся за ней, и тут Раиса упала, ударилась головой и затихла. Она была мертва. Олег впал в ступор, пытаясь понять, что же делать. Внезапно в квартиру ворвался разъяренный муж. Бросился на незваного гостя, а тот схватил, что подвернулось под руку, тяжелую статуэтку. Удар оказался смертельным. Дальше он действовал спокойно, как робот. По очереди оттащил тела в ванную комнату и принялся за страшную работу. Трупу он расчинил и вынес полное время суток в автомобиле, который взял у родственников своей невесты. Он методично отмыл квартиру и забыл все запасы стирального порошка. Забыл только авторучку, которую по дурной привычке обгрыз, когда звонил договариваться с будущим тестем насчет машины. Ему повезло. В ту ночь подьячий опоздал на работу. Я сжег оба тела в крематории, а прах смешал с останками других покойников. Но мой напарник догадался, что я работал с неучтенными трупами. Подьячий сделал свои выводы. Наверняка это рэкетиры. Бандиты подкинули напарнику левую работенку. Не хочет ли Кожокин поделиться доходами? Возник между ними серьезный конфликт, который перешел в угрозу убийства. Подьячий жил поблизости. Через полчаса он вернулся с ружьем, но воспользовался им не сумел. Труп Подьячего мне тоже пришлось сжечь. Злосчастное ружье Подьячего. Кожокин принес его домой, собирался разбить, выбросить, но брат Игорь случайно заметил ружье. На следующий день Игорь, униженный одноклассниками, забрал оружие и открыл стрельбу в парке. Дальше случилось самое ужасное. Саренек сбежал от милиции и во всем признался брату. Кожокин-старший почувствовал себя загнанным зверем. Мне пришлось убить и младшего брата, потому что иначе милиция добралась бы до меня и до Киры. Любой на месте Кожокина не смог бы жить дальше. Но он продолжал говорить Кире слова любви и готовиться к свадьбе. Ты кто? На допросах Кожокин уверял, он человек не черствый и не жестокий. Просто специфика работы приучила его относиться к смерти равнодушно. Но когда он услышал приговор, расстрел, от его равнодушия не осталось и следа. Казалось, Кира после всего пережитого уже не